Держу. Ты думаешь, завтра будет? Будет, ты сделаешь возможно. Голосование. Типа, кто нас крикнет, тот жмет, нет. Кто сюда, на этого босса, тот да жмет. Дело в том, что шанс убить этого босса очень невелики из-за того, что нет двух холипалов. Я еще как пофиксили, да. Поэтому, может быть, подождите, не агрите, подождите. Может быть, мы не будем чистить трэш, вернемся назад, как мы шли, и просто пойдем на скрытня. Давайте, возвращаемся. Кто знает дорогу, ведите. Потому что, ну, коротреза это круто. Я очень хочу с него лут. Но лучше всего не будем вайпаться. Слушайте, а чё? А, это... Титреса убить легко. Титрес легко. Я не знаю. Эршам не прохилит. Алиса, дело в том, что никому ничего не ломали, не чинили. Ты просто какое-то говно придумала, что агро у БДК нету. Оно было, да, я придумала, все, успокойся. Тебе какой-то даун рассказал, просто насал в уши. Да, он рассказал, все, успокойся, закрыли тем. Вот. Ну я не знаю, ну блин, в 4-4 там уйма агро, тупо из-за того, что руник без... Ну, он тыкается, как появляется руны, силы рун, так он и тыкается. И без Т4 можно держать. И без Т4 держится. Я 4Т10 точил, метиса держал. Нет, типа все скиллы макрос на руник, нахуй, нормально. Ну, так это так и должно быть. Стаков уклона по КД все равно. Так и должно быть. Так что ты 4 особо нихуя не даёт. А то, что вот это... Там агрони, это 10 говно, все это дураки какие-то рассказывают. Да, я, видимо, ротацию не так прижимала, либо хуй знает. Но это мне никто не рассказывает. Нет, вот там как ротация. Так, давайте. Какой-то есть оратор в рейде, который может рассказать тактику? Где Медвей? Потому что... Ну что там на 8 ликуйте способности там рассказывать. Так, по сути, мы в прошлый раз что были, нахуй? Когда было это тренинг, что он кастует, мы выяснили одно, что надо заходить в воду. Вот тут в центре, надо заходить в воду, когда он кастует. Слушай. Да, надо заходить. Я не знаю, где-то есть у вас тут место, где вас не отбрасывает каждый раз. Я не помню, где турбо показывал. Где-то вот тут вот. Хождение по воде уберите. Трэш появляется на всех платформах. Вот это единственное, что меня бесит на этом боссе. Короче, я единственную проблему заметил, что в трэш дамага не было. Либо его не было, либо у трэша очень много хп, вот который там вызывает он. Когда пулемет. Да не, у нас пол рейда умирало до этого. До трэша, блядь. Короче, я не знаю. Каждого трэша 2 ляма было. А, так это немного. Короче, надо решить, кто будет танчить босса. И кто будет танчить трэш, вот и все. На пулемете, на водомете мы просто прыгаем куда? Вроде как, в водичку любую, хоть сзади, хоть спереди. Хоть сзади, хоть спереди. Дело в том, что если... Ё-моё, что происходит? Гарема. А зачем? А я понятия не имел, что он вызывается просто. Что это, дураки, что ли? То есть весь рейд у нас шутки было просто так Войд выловил, да? Босса нахуй. Я серьезно, я первый раз на этом боссе, я понятия не имел. Не, ну, блядь, я видел, что кто-то... Дайте диван, блядь. Нахуй ты рыбачишь в инсте, я не понимаю. Ну я видел, что кто-то рыбачит, тоже захотелось порыбачить. Сука. Войд, блядь, он за тобой, нахуй, по твоим сапам, блядь. Ложитесь, подойдите все к боссу. Я-то думал, там, блядь, не такой босс вылазит. Я думал, там, блядь, моб, нахуй. Зачем куда его занять? Два, блядь, просто молодца из ларца. Короче, блядь, дурачки, что ли? Ну, водомет, запрыгните все в воду. В воду запрыгнули. Быстро в резервуар. Там никто не запрыгивает. О, ну, не убивают. Так фишка, видишь, в чем? Вот вы говорите прыгать в любую сторону. Вот люди сейчас пойдут на трай, да? И прыгнут, на кого бог пошлет, в любую сторону, и просто их загрызут эти бешенки. Поэтому я думаю, что... Так, там, быть... смотри, Войд, ты прыгаешь перед тем, как будет рядом с тобой водомет. Он над тобой прошел, ты запрыгиваешь обратно на платформу. Если что, здесь есть немного разница по сравнению с прошлыми траями. Раньше водомет ваншотил, сейчас нет.
Сейчас будет проще. Так он откидывает подогрев. Все равно. Раньше он ваншотил. Еще раз тебе повторяю, у нас пол рейда легло. Все равно нужно прыгать в воду. Он на тобой проходит. На дальних платформах дальние. 2,7 лямов фреша. На этом выходит 2 мили мемба. Или 4. Ладно, все это круто. Ну давайте, чтобы бой спал, как-то сделаем. Блять, не надо удочки доставать свои, спрячьте их, блять. Все, сывейтилось? Алло. Да. Тогда отдаем вас рез. Где он у меня? Вы молчите про кольцо ордедешное, нахуй. Вошу тут падает, нахуй. Угу. И вошу падает. Вставайте. Кирлок. Выйдите из воды, сука, чтобы это говно не призывалось. Сейчас попробуем убить этого босса. Как там бить? На водомете в воду и трэш заливать. Как нужно бить трэш? Его нужно ставить ближе к боссу, чтобы бить и босса, и трэш, или похуй? Босса нету. Трэш на, на платформах появляется же. Так, еще раз. Появляется трэш. 2 мили моба появляются на этой платформе, на троих других платформах появляются РДДшные, блядь. Отлично. То есть надо либо РДДшникам РДДшных бить мобов, а миликам миличные заливать. Ладно, милики бьют миличные, РДДшники РДДшные, а босса бьет танк. Тогда мы убьем этого босса 100%. Так? Я правильно понял? Не факт. Нет, смотри, там фишка в чем. Босс я ныряет знаю, на 30 секунд. За 30 секунд наслить весь трэш. Вот. Вот это ближе к истине. Давайте, надо придумать так, чтобы мы били и трэш, и босса. Это может кто-то придумать? Если мы это не придумаем, то мы просто, ну, можем... Смотрите, когда появляется трэш, босса нет. Так, когда появляется... О, нет! Трэш, когда появляется трэш, его вообще нету какое-то тогда, время. Тогда типа нужно, минуту. Тогда нужно свести трэш и залить до того, как появится босс. Я правильно понял? Да, смотри, у нас тут модальных мобов ты не сведешь, они стоят на платформе, их можно максимум притяжками. Вот, притяжки две у нас есть, 3-4 притяжки есть. Так, давай, у тебя есть ассист, ставь платформу. Ставь платформу, да похую, ставь платформу, как он называется нахуй. Ставь метки. Да, релогу, что метки не ставить. Короче. Кто так, ставьте метки на платформе, где появляются РДДшные мобы. Вот. На две на платформы. Всех трех платформ. На две платформы ставьте по две метки. И каждой метке будет свой ДК притягивать мобов. Только не притягивайте одного и того же моба двумя притяжками. Притянул сначала один, увидел, что он притянул. Притянул второй, чтобы вы не... натворили делов. Делаем так, смотри, Войт. Выходит два моба, да? Надо, чтобы миличных мобов сюда танк поставил, где я двух РДДшных мобов сюда затянули под миликов. РДДшники заливают на третьей платформе двоих РДДшных, блядь, мобов. Все. Ну. Так, то, что теперь еще раз повторю. Мастер, ставь, покажи платформу, одну метку поставь, где выходят РДДшные мобы. Любую метку поставь. Где? А, вот. Ромбик, Вокрус, треугольник, микстурка. Луна, Котлас, Кружок и Винар. Вы извините, что Челан так. пишет? Что? Челан говорит то, что вот здесь выходит РДДМОМ. Ну, где? Они выходят на трех платформах, насколько я смотрел. Так, платформы всего три. Где-то четвертую увидим. Три платформы. Блять, мне похуй. Короче, куда надо свести мобов? Ставлю квадрат. Вот здесь находится место, откуда ДКшники будут тянуть мобов. В квадрат надо свести мили мобов, куили мобов, всех обоссанных мобов. Вот и все. Танки, это понятно? Чек на пол. На водомете прыгаем в воду, вот и все. Еще РДД, вы можете встать на край платформы. Вы были не на краю платформы деревянной, и вас не будет откидывать эта фигня. Даю отчет на пол. Начинайте рыбачить. Нихуй стоять, дрочить. Так, ну подтянуть нахуй. Удочки достань.
действительно. Так, приготовьтесь. Появится босс. Танк не там танчит. Где танчит танк, скажите ему, пускай встает и танчит. Он знает уже, он что. Где стоит микс танк, там и танчит. Вот и все. Танчит. Иди мобов танчи с малийским. Забирай, который я говорил, метки. Где босс? Сейчас ловить буду. Давайте. Какая еще форелька чуз должен босс вылезти? Поедая рыба. Рыбалку качаем. Так вы попадите в его воронку, блять, а не сбоку. Когда его воронка появляется... Да, водоворот воды такой большой, надо оттуда выловить, ёпта. Это как косяк, да? В косяк, да. О, вот так ловить. Странный водоем написано. Пропал бы. Да подойдите вы ближе, чтобы в центр ее попали. Не знаю, я с первого раза выловил. Да, мне тоже повезло. О, воронка. О. Так, все убрали удочки, одевайте свои тапки. Как, что вы там снимали? Так, УДП, УДД, Бокрус, убери агро, Жинки, когда Геру давать, я не знаю. Чё ты сдох? У него агро срывается, да очень легко чё-то, блядь. Так смотрите за своим агро, вот как мы сейчас будем траить без двух людей? Попрыгает агро, на. Пока ты танку выкидывает, агро сбросится. Ну так я не знаю, зачем вы с пула-то бьёте так сильно? Сказал, бурстите. Бля, вы рады стараться. Алло! Танк агро сбрасывается, когда я его выкидываю. Надо танку вставать, нахуй, так что его не откидывал. Водомет. Водомет. Да он в воде уже сидит, все, в чем проблема. Не знаю, про чё вы нубы какие-то. Так, водомет, я под водой. Нормально все. Бешенки не кусают. Так, водомет закончился? Нет, еще. Нет. Уебать. У меня таймер кончился. Он не заканчивается. О, тир закончился. Так, мобы сейчас... вышли. Сейчас мобы... будут. А босс должен спрятаться, да, сейчас? Да, должен пропасть. Погружение через 15 секунд. А, ну пока босса бьем. А мне не раньше. Ладно, мусса, риса и мастера. Чулан и Лрея, попробуем. Не падайте больше. Мобы мили, кливают, мобы вышли, заберите мобов. Притянули мобов в квадрат. Танки на пулы, роги на пулы, мобов в квадрат, мобов в квадрат. Квадрат, вы видите квадрат? Милики по грейду ходят. У вас 50 секунд, чтобы идти. Ведите мобов на одну сторону. Это понятно? Вот где звезда стоит, ведите сюда, вы можете вести, или мы, блядь, как дураки, будем в двух разных частях света. Мобов надо уешить, а не разводить их, сука. Ну что, блядь? Не рандомно бегают. Понятно, просто набирайте игру и бегите. Мосс СС был. Хуёво, хуй. Как, кто убил тебя? Мелик. Опа, был убил. Притяните РДшного моба, стойте под бор. Все будете трэш. Берсу босса нет, берсу босса нет, бьем так. Добили трэш еще быстрее. Хиливаемся. Боссы бьют рассекающие. Перед лицом не стоит. Ой, блядь. Добили. Бьем, да, босса. Да. Есть еще один. РДДшник. Добили его. Водомет 5 секунд. Готовимся. Нырнули. Мы бьем пока. Перед водометом нырнуляйте. Водой водомет не дамажит. Я плаваю тут нормально. Так, приготовьтесь. Сейчас появится моба. Нормально. Добили моба.
Не бейте мобов, если их не нагрел танк. Очень простой босс. Водомет, водомет. Ныряем. Почему-то погружения нет, ныряем. Перед водометом через 15 секунд. Ныряем все, ныряем. Водомет не дамажит, если вы под водой. Если прошел водомет над вами, то можете подниматься. Можете выныривать. Погружение 5 секунд. Очень простой босс на самом деле. Больше никто не падайте. Не бейте мобов, только танки бьют мобов сейчас. Дороги на пул. Сводим мобов в квадрат. С той стороны тоже ведем в квадрат. Ведем в квадрат. Аккуратно. Пул, на пул роги. Почему треугольник кто не притянул? Так, котлас, дай войско в квадрате. Пул АУЕ по мобам. Дай. Это рассекающий удар. Это из-за войска. Да, когда мы спиной стояли. Из-за войска, не из-за войска. Ладно, ничего страшного. Попробуем побить так, без снег все равно. Ну, печально, но в следующий раз не будем давать войск. Бывает что. Бьем, бьем. 5 секунд до появления, готовься там. Просто мобов бейте пока. Босс появился. Котлас, блять, возможно. Давайте мы упадем. Давайте упадем. Сука, говно ебаное. Еще надо кнопку нажимать, что-то говорить. Стоп, хил. Хил, стоп. Невозможно вынурнуть из этого говна, блядь. Просто встаньте спиной к бабам, танки. Вас убьют потом. Да водомет он откидывает, не резнутся люди. Надо, чтоб трэш убил. Водомет с какой-то галимой хуйней стал, нахуй, нихуя не мочок. Чуван куда-то уебал, блядь. Блядь, да сдохните уже, танки, спиной встаньте. Пиздец. Очко горит. Короче, и зарылся. Войско не давать. Чё, он исчез? Нет, он зарылся. Или нет? Он цивейдился. Да, все, спал комбо. Даем масрез. 8 раз сказал, там, где я прыгал, 2 трэша РДДшных. Вы метки нахуй туда я поставили. Сказал. Мы вот сейчас стояли, 2 раза били. Два трэша РДДшных, которые даже не притянули, блять. Ну ладно, еще раз тебе говорю, для чего я поставил метки там. Потому что треугольник, ромбик, кружок и луну притягивается к мили трэшу, клевается тут. Остальных на этой платформе убивают РДДшники, блять. РДДшники этих двоих мобов убивают. Все. Да подожди. Давайте еще раз проясним ситуацию. Вы рассказываете 2 разные тактики, я рассказываю 3 тактику. Да, задам вопрос для тупых. Сейчас я уберу все метки. Давайте сделаем так, чтобы мы били по одной тактике, а не как дураки здесь сидели. Так, вот тут, где я поставил звезду и кружок, какие мобы появляются? 2 РДД. А, это РДДшные мобы. Дальше. Вот здесь, где стоит ромбик и треугольник, какие мобы появляются? РДД. Так, вон теперь вот здесь, где я ставлю луну и ставлю квадрат. РДД. А где мили мобы появляются тогда? Мили мобы появляются на платформе этот, на этой платформе появляются, где мы бьем босса. На. Сколько их появляется? 2. 3 штуки. Так. Или 3 нахуй даже. Так, как мы сделаем? Блять, я вот даже не знаю. Короче, смотрите. Вот тут у нас есть... Вот тут будет крестик. Вот тут крестик. Танки, смотрите, вы, короче, встаете спиной к этому факелу. Ну, возле факела. Справа, слева от факела. Вот здесь. Значит, вас сколько там? 2, да? Вот тут встаете спиной к озеру, вот к этому. Вы встаете. Когда нету босса. Значит, что вы делаете? Как там мобы называются? Давай-ка откроем путеводитель. Мы не знаем.
скрытие. Я тебе скажу, страж Азерана Кривого Клыка — это мили мобы. Не надо мобы, название мобов. Страж резервуара кривого клыка, еще раз. Да, говорю. стражи, они бьют рассекающим ударом. Рассекающий удар ваншотает. Люди в рейде находятся вот здесь, вот как звезда смотрит на крест с этой стороны. Никогда не заходите сюда, в эту сторону, потому что вы словите рассекающий удар. Танки, ваша первоочередная задача словить стражей, чтобы они не убили никого рассекающим ударом. Их нельзя, это самое основное. Все остальные мобы, ну, потом догрите. Притяните там. Так, по притяжкам РДДшных мобов. Они что, я не бегают? Расставил. Они стоят на месте, ну. Стреляют с лука. Ты на ДКшников поставил, отлично. Они стоят на месте. Ну вот, ДКшники. На вас соответствующие метки, 3D-меткам соответствуют. Вы притягиваете своих мобов РДДшных, которые стреляют с лука, в крестик. Примерно ориентируйтесь, но при этом не вставайте под лицо стражей, потому что они бьют рассекающим ударом. Ну и что, и кто, на чем еще падали? На рассекающем, на чем еще? Все. Приоритет залить стражей. Агро босса. Агро вначале, да. Скула агро, хорошенько. И это самое. Потому что там не зашел в воду, там агро сбрасывалось. Когда мы зальем, сколько тут получается, 7 мобов здесь, 4 РДшных и 3 этих стража. Милично. Мы добьем тех мобов, вот и все. Просто РДД. Да. А нельзя поставить РДДшников туда? Смотри, мастер. Не надо делить, Бой. Не надо делить рейд. Мы сначала зальем 3 милика и 4 РДДшных в кресте, потом мы добьем тех. РДД могут ШП мультидотить, Локи, вы можете мультидотить, вот и все. Подожди, есть предложение. Смотри, ДК отсюда достанет до платформы? Еще раз. Что там Шерепестов хотел? Говорю, вот ДК отсюда, где я стою, достанет до платформы? Где ты просто стоишь? Если сюда поставить дальников, можно сплэшем по боссу убить. В принципе, достанут. ДКшники, так. Микстурка плюс они. Если ты мастер, понял, кого моба тянет. Хотел сказать то, что сейчас умирали от рассекающего, потому что вылазил босс, а милишники еще не умерли. И поэтому он всех откидывал, милишники наши, которые в рейде, заходили обратно на платформу и шотал. Охуй. Кружок. Лиса, понял, как его моба тащит? Дальше, ромбик. Котлас. Понял, как его моба? Да. Бокрус. Потому что треугольник никогда не тянется. Бокрус. Приоритет танков, еще раз поясню, сначала набираете агро на стражах, которые появляются здесь. Потом, когда вы дали 3-4 ЛПшки в страже, и они стоят в кресте уже, вы все вместе там стоите, еще не стойте в одной точке, чтобы по вам тоже дамаг летел. Это, немножко вот, вот так их разверните, типа один вот так, один вот тут, один вот так. Типа поняли, да, цветочками таких. И это, когда вы набрали агро на страже, поворачиваетесь из крестика, легко достаете свою метку. Войт, можно поправлю? Давай. Секунду. Смотри, когда мы так стоим спиной и держим мобов, все стоят здесь. Он может всех откинуть, все улетят сюда. Когда они будут возвращаться, их клеванет нахер. Так было сейчас только что. Так что нам надо лицом их вот сюда держать. Потому что когда улетят все, чтобы вернулись, за спиной были у них. Да, откидывает именно туда. Поэтому Кибинем. Основная задача убить стражей до того, как вылезет босс. Вот и все. Можете крутить, вертеть. Так, что-то там надо. Таблица. Все, что ебем мозги? Траем. Фулл ребафы раздали. Короче, если улетать, возвращайтесь на платформу, возвращайтесь не через лицо. Тут, я насколько понял, второй фазы нету. Тут просто тут весь вот бой такой. Да, весь бой, скорее всего, такой. Ну, главное, чтобы ключевые персонажи не играли. Так, Локи, чё по СС? СС есть плюс рейд? Ловите босса, ловите. Да подождите. Зоил, Фелсо, примите готовность. Так, ты Моси. В смысле, вы оба на Мосу кинули? Ебать. Пиздец, нахуй. Босс, хули. Молодцы, хули. Все ясно. Значит, осторожно с агро. Геро. О, без отсчета. И все равно он ловится. Геро.
Ох, сука, как вовремя. Как он заебал. А чё дамажит рейд? Водомёт, приготовьтесь. Нырнули. С пути водомёта нырнули. С той стороны, где не идёт водомёт, выныриваем и дамажим. А, блядь, водомёт там ещё пошёл. Я понял, я ебан. Блядь, мастер, сука. Чё-то его ебало не заметил, да? Думал, горб, это его ебало. Мосса, мастера, заебали вы уже. Мать, не будьте. Убав повару. Вот он френд подохнет. Ё-мо, этого дурака. Погружение 5 секунд. Блять, мы ему пол хп уже снесли. Три таких. Это трэш. Трэш. Отошли от креста. Стражи, внимательно. Метки ставлю на стражи, чтобы вы не тупили. Так, не заняты метки. Чтобы увидели, кто опасный мобытый. Сука. Блять, заняты метки, ебать, урод. Короче, свои метки вы помните, в пизду. Стражи, видим приметки, убиваем. Пять секунд до босса. Все хватает. Я забрал. Забрал. Теперь расслабились, быстро добили душителей. Че, два демо бали? Добили. Подошли, добили на ту сторону. Этих добили. Сведите по возможности. Сведите по возможности их. Душительницы. Танки. Да они не ходят. Хорошо. Быстрее добили. С РДД мультидотинг вовсю. Заебал откидывать. Прыгиваем, дамажим дальше. Захил. Прикиньте ДК двоих. Двоих дальних. Добили их. Водомет. Приготовьтесь нырнуть. Нырнули с той стороны, где луч прошел, выныриваем. Только смотрите внимательно, убедитесь в этом. Гарам умер. Хуёво ему. Мобов долили, а то и мы их копим, нельзя копить. Долили. Пускай лежит пока без него. Босса. Нормально. Понял, а хули у него 64%? Не в воде ты умер, я видел, как ты стоял в горе. Водомет 5 секунд. Приготовьтесь нырнуть. Нырнули. Да, рано. Теперь ныряйте. Ныряйте, сука, сами да глазами своими рано, смотрите, блять, вот и все. Я говорю еще раз, луч прошел, погружение 10 секунд. Выплыли с той стороны, где луч прошел, и дамажьте дальше. Свои глаза вам, боженька, на что дал? Погружение, мобов. Стражи, внимание, не стоять под мордой, внимание. Ставлю метки на стражи. Очень осторожно, под мордой не стоять. Ромбик. Фул агро набирает. Да, секунда. Ничего, нет, он все притянет. Фул ДПС. Прожимки отдали. Не убери, Шансун. На меня мобы сагрели с РДДС, ничего это не делали. Ничего страшного. Не, тебя рыба сожрала. Да вытянет. Все, спокойно. Ты не видишь? Так нет? Тяну. Спокойно. Завешивать. О, шиланы есть, да. Все, повременим пока. Стражи. Появление 15. Стражи сильнее.
Пока времени нет. Стража сильнее добили. Душители бьем, босса мультидотим. Душители бьем. ДКшники, поднимите душители. Вот, отлично. Трэш доливаем. Трэш доливаем. Вставайте так, чтобы вас откидывало, вы быстрее выныривали. Вот, к краю платформы вставайте. Все звезду дам. Вот так, да. Водомет 5 секунд. Приготовьтесь нырять. Внимание, ныряем. Водомет. С другой стороны луча выныриваем и продолжаем бить. Хоть босса, хоть трэш. Вот, и бегаем. А честно, я просто стою в середине и бью, даже не шею. Хождение по воде, выключите на. Выключите хождение. Люди не могут нырнуть, у них мозгов не хватает. Добили моба и босса. Бьем босса. Простой босс. Справа моба РДДшного притяните. Водомет 5 секунд. Моба, притяните, надо убить его. Прыгаем в воду. Притянули его. Водомет ныряем. С другой стороны луча выныриваем. Водомет нырнули. Можно под водой бить. Блять, не похуй. Ну да. Надо эти комментарии в пизду, блять. Босса можете бить, но у нас тут моб. Окружение, следующий моб. Добили душительницу, стражи, внимание. Внимательно. Под мордой не стоять. Стражи, ставлю метки. Под мордой у них не стоять. Есть где еще страж? Вот он. Набираем огромный. Чем вы их набираем? Стражи там есть? Успокойтесь. Набираем огромный на 3 метров. Внимательно. На пулы дали. Пулы в еда мат. Бэрл больше нету. Есть, но пока Сумана не ждем. Пока оставим. Кто-то важный уйдет. Берси нет, так что так. Ману. Да не знаю, маленькие какие. Сейчас у мозг отходить. Там все нормально. А, у нас же берсенат отходил. Немного куча есть. Нет, рост откатится. Перед ростом может риснуть. Появление 5 секунд, макстурка. Стража быстрее. Хорош. Мобов продолжаем душить и не сбить. Еще справа затяните мобов, кто свободный ДК есть. Наебал я босса. Бог притянули, где еще не добили. Пошли добили. Пошли добили. Фул дамаг, убили моба. Здорово, какой-то ДК свободный. Корпус или кто? Не должен откатиться в игре. Водомет. И готовились. Ныряем. Выныриваем из стороны, откуда прошел водомет. Где он уже прошел. И бьем. Добили моба и фул ДПС босс. Второго моба добили. Так, значит так. Чулан, если Шансунга. Если Шансунга. Так. Только не слай подведет, водомет. Ныряем. Ну ладно, после водомета резнешь. Так и быть. Когда на трэше. Ныряем, выныриваем и бьем. Шансунга.
Погружение 5 секунд. Значит, смотрите. У босса очень мало хп. Сейчас этот трэш переживаем и добиваем. Значит, по пристам фулбах, стражи, внимание, из-под морды вышли. Ставлю метки на стражей. Сука. Еще страж. Вот, эти три метки. Фулла, не сорви, не сорви, не сорви, убьешь весь ебаный рейд нахуй. Стопани. Пиздец. Нахуй, осторожнее. Сначала не агро должен набрать, потом все заливается. ДПС хватает. Ну, ДПС по мобам. Через стражи играем. Значит, вылазит босс. Фу, ДПС босса с Герой, я скажу. Мосс и Бэр откатился, если что. Но пока его не давать. Пока не надо. СС обновите. Гера уже откатил? Да. Босс. Предлагаю забить на трэш и просто Геру дать босс. Я про это и сказал. Давайте рост. Фул ДПС босс. Не знаю, про там 13 лямов. Еще водомет. На водомете просто в центр ныряете и бьете его. Закиньте рейд, главное никого не ранить. В центр нырнете и будете бить в центре босса. Можно просто сразу нырять. Не знаю, наверное. Танк опирание заклюю. Подомёт. Все нырнёт. Приготовьте. Нырнули. Захиливаем хорошенько в воде. Подомёт закончится, вы нырнем. Ну там 4 ляма добьём. Они вообще не бьют. Лут поменяй. Мелики, прыгайте в воду, что вас не отбрасывает. Погружение 40 секунд, давайте быстрее. Начали. Говно босс. Вам нужен клён? Да, лут. Да. Нет. Нихуя себе зап, нихуя себе кольцо, говно. Так, рулим. Ебать, колечко. Котлас вас просто перерулил. Так, давайте, знаете, что я вот думаю. Котлас отдать, да, похер или что? Котлас мало ДПС, давайте забирай себе. Да. А, или тебе кожаный? На кожаный стоят. Не, я... Выйдите нахуй, чтоб бешенки эти исчезли, уйдите нахуй оттуда. Что вы делаете? Я вот, я про что хотел это самый вопрос поднять. Допустим, у человека ПР такой, что у него там 1000 ГП, да, и он там, блядь, может забрать 2-3 шмотки. Вот забери в сумку, дисконт будет, блять. Ладно, заберу так и быть. Чуван. Через сколько? Чуван, это самое, суеверие. Вот сейчас, я понимаю, Войт хочет что-то рассказать, но будет дисконт и пизда лупит. А я забираю, забираю, все нормально. Короче, я о чем хочу поднять вопрос. О том, что... надо какое-то ограничение на количество шмоток сделать. Потому что вот в случае Котлас забрал уже кольцо. Или что он там забрал, я не помню. Дагон же собирал приоритет. Я для этого ничего не лутал. Как это? Ой, забей, это не Dark Stars. Давай ему кольцо. Короче. Котлас, если что, четвертый по ДПСу. Я за Котласа голосую. Плюс один, блядь. Плюс два. Ладно. У чувака ПР с каких болтов, блядь, ему не отдавать шмотки? У Войда больше ПР. Так. Если брасы ему нужны, давайте по ПР не ебите мозг. Просто Войда, если ты фурики, тебе, по идее, кожаные профитнее будут. Думай да сам. Да мне похуй на эти наручи. Дай, пожалуйста, ЕП, и я съебался, потому так, что завтра надо на работу. Какой ЕП? Подождите, мы что, дальше не идем? Ну, пошлите, я пошлите. Да не, все там уходят, куча людей. Так, кольцо вот. Самого кольцо. Сладкого босса не убили, зато он нас крыть не пошли. Ты пять, где я сотрудник? Хулипала. Мутирую быстренько в Хулипала во второго, пойдем убить. Давай. Если нет...
Нафиг вам это говно кольцо. Так, кто там выше всех? Шерпистук, да? Угу. Так, сейчас. Откидай обмен звезде. Да я угадаю, турбо тут что-то? Нет, турбо не тут. За ФК этого бесполезного босса? Так, неужели появились тапки на шаманов? Лисовые на аршамов, нахуй. Теперь не надо забирать... Елемовских. Теперь не надо забирать стухлого нам. А ты просто что, не забираешь? А, у него стухлого. Скорее всего, есть. Не, но они получше стухлого, потому что там 90 хосты идет стухлого. Так что да. Нихуя не появилось. Фелшар, давай обмен. Блин, давайте, сколько там, давайте 4000 ИП кто-то начислить тебе. Подойди ко мне, блядь, дай обмен, где ты там? Давай быстрее. Четыре тысячи ИП, дай там кто-то. Как класс, а ты хочешь мод собираешь всё по капам или просто какой лучше, то это напиарил? Ну, у меня кап, это, РПБ у меня вообще нету капов. Так-то три не надо заменить. А так шмот на силу, сколько у тебя РПС? ДК самое то. Что еще раз? Сколько у тебя РП сейчас? В данный момент 60%. У меня три нету совершенно. И кольца это у меня. Это три нахуй выкинь в пизду. Даже 60% моя РП. Ну, только и сейчас появилось 60%. Камни на РП вставь нахуй. Юву прокачай, блядь. На этом шмотке ты можешь спокойно нас собирать 100%. Ой, там даже не 100, тебе 90 надо вроде, насколько помню. 100-100. А не 90? Ну? Нет, мне 10% БДК, ничего БДК не дают. Это БДК, там 90%, а здесь 100 надо набирать. Так, что у нас там? Так, 4 босса. Короче, мастеру запишу 20 очков себе и шерпиступу 5 очков за эту хуйню. Yeah. 252 хэппал в рейде даже очень хорошо, если ты умеешь за него хилить. Но в любом рейде нахуй даже на лечебле. Ну хорошо, я скидываю ретрик, делал хохоли Павла. Ну, ретрика у тебя пока слабенький, насколько я видел. Ну, да. А как же мой шикарный хулипал, всё. А что ты имеешь под шикарной сборкой, мастер? Через винту, если...